Давай. Как я уже несколько раз писала в блоге, папайевые шкурки — мега вкусная штука. Вот, пожалуйста, несколько папайевых шкурок. И одно дело писать о том, что они вкусные, а другое — наглядно показать, как это сама вкусная часть возле плодоножки. Ее поэтому я ем сюда в первую очередь, потом перехожу к этой части. Настоящий перченый помидор. Причем чем спелее папайя, тем вкуснее шкурка. Поэтому очень советую именно в тайской папайе сорта холод папайя. А с другими папайями, наоборот, не советую.